обращаюсь ко всем здесь стоящим, свидетелей против. Там у нас 4 кандидата претендуют, значит, для того, чтобы аэропорт носил его имя. Вот, это Елизавета Петровна, значит, внучка императора, небезызвестный какой-то там Иммануил Кант и два полководца. Вот. Но говоря о Канте, все говорят, Кант, остров, там еще что-то. Это человек, который предал свою родину. Да взять бы этого Кант и годы на три в лагеря. Ему там самое место. Во. Именно. Именно. Писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал, никогда и читать не будет. Ведь говорил я ему тогда, за завтраком. Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но более непонятно. Над вами потешаться будут. Негоже! Понимаете, аэропорту, области и города, где влилась кровь советских солдат и офицеров, понимаете, носить имя чужестранца. Надеюсь на ваше понимание. Большое спасибо. Отправить его в лагеря невозможно. По той причине, что он уже слишком 100 лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем самые дальние лагеря. И извлечь его оттуда никоим образом нельзя. А жаль. И мне жаль.